Дорогие мои друзья, с вами ножевая мастерская Ястребова. И я вам сейчас продемонстрирую три классных ножа от нашего Сергея и Эдуарда. Наши мастера, сборщик, обточник и кузнец, который вот такую красоту создает своими собственными руками. Посмотрите, пожалуйста, друзья, три ножа сегодня, коротенький обзорчик. Мозаичный дамаск с никелем. Входит в состав инструментальная сталь ХВГ, углерод У10 и никель. Здесь клиночек 165 мм. На больстере тоже мозаичный дамаск. Больстер из мозаичного дамаска. Посмотрите, какая прелесть. Все это делается вручную, друзья. Полный эксклюзив. Труд двоих людей. Здесь на основной части рукояти японский ясень. Зуб мамонта на вставке. Вот такая ромбовидная, ромбиком идет обточка. Посмотрите, видно с торца. Очень красивый нож, гармоничный, как и все остальные. Цена его 37 тысяч. В комплект входят обыкновенные кожаные ножны. Если нужна формовка, формованные ножны из кожи растительного дубления, это всегда пожалуйста. Можно даже выбрать рисунок, который вам нужен. Все сделаем, друзья. С такими вот стандартными типовыми ножнами нож стоит 37 тысяч рублей. И два ножа еще. Посмотрите, друзья, какая красота. Два братца, вот такие клинки, конечно, лишь похожи. Естественно, это не один в один, так как ручная работа. Ну, здесь можно, да, играть в игру, да, найди 7 или 10 отличий. Тут можно и больше находить, и 30, и больше. Потому что вот сразу видно, да, какие отличия есть. Даже вот невооруженным глазом сразу они бросаются в глаза. Идет на скос к носику форма клинка. Очень удачная, очень удобная. В обухе ножи 4 мм. Макуме Гане на больстере на обоих ножах. Здесь и здесь. Зуб мамонта. Давайте сначала один покручу, мы с вами посмотрим. Затем второй. Зуб мамонта. Посмотрите, какой красивый. Айронвуд. Аризонское железное дерево, очень прочное, долговечное, влагостойкое дерево. Так обточена пяточка. Цена такого ножа также 37 тысяч рублей. Со стандартными вот такими типовыми кожаными ножнами. Они такие под замшу, под нубук. То есть такие очень... Толстая кожа и очень красиво, гармонично сочетаются с рукоятью. Эти ножны обязательно идут в комплекте. Даже если вы выберете еще формованные, такие ножны пойдут в комплект в любом случае. И третий нож. Также здесь макуме гане, зуб мамонта на вставке. Черно-оранжевый, такой яркий, брутальный очень цвет. И также здесь аризонское железное дерево идет на основной части рукояти. И обточка такой вот волной, да. Посмотрите, как красиво это все. Камера, конечно же, я думаю, даже и не передает всей этой красоты, которую я держу в руках. А ощущать это вдвойне, втройне приятнее, дорогие друзья. Вот такая красота. Также 37 тысяч данный нож. Вот они, два братца. Вроде бы материалы практически, да не практически, а одинаковые, да, использовались. Но какая разница? Совершенно два разных ножа. Исполнены по-разному, и все. Ну и, конечно же, разница и в фактуре дерева, и зуб мамонт отличается, и макуме гане, и сам клинок. В общем, вот такие вот они красивые, просто глаз не отвести.
Все, дорогие мои, спасибо большое за просмотры. Лайкайте, комментируйте, оставайтесь с нами. Очень много у нас классных, крутых ножей. И сейчас есть, и впереди вас ждет. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на телеграм-канал. Все ссылочки есть в описании. Заходите также на наш сайт. У нас есть кнопочка «Ножи со скидкой». Сейчас как раз действует акция октября. Ножи со скидкой с хорошей 15% из охотничьего модельного ряда. Благодарю, друзья, за просмотры. Всех целуем, обнимаем. Всем пока!